Тазики. Корыто. Болиды. Ну чё там? Поехали, чё? Корыто Япония, корыто Бавария. На Карфаксе пробил, не было ли аварий. Там и зарядил банкнот сантиметр 2 или 3. Будь то 9-9, бэх, 5 или 3, 7 или 6. С класса мерено 6, а 6 тоже в порядке. Но на А8 Ауди, я как барон Мюнхгаузен. На Гелине Брабусе ребята под градусом. Выйдя из бара, поправиться первым можно на столике в Ягуаре XJR. Кто ездил, то знает. Опять к шоссе прилипает, как гвоздями прибитый Volkswagen Тазик убитый. Вообще мне тошно стелить на паркетнике, если это, конечно, не Каян. На Порше, да и на том подув стоять должен. Кореянок я на 10 помножил бы. Купил что-то на машину похожую. Селики, цивики, эклипсы. Оставлю, пожалуй, я биксом. Для пацана лупаря заебись так. Ну или Леху Джесс 300. На ЛС 430. Клерки готовы кипятком писать. На сотке ленд-крузере нужно быть дядечкой с пузом. Отдавая предпочтение талехам с немцами, я клал на французов и пикапы для сухогрузов. Семер в новом кузове у меня не в фаворе. Отдаю все лавры 745-му года второго. Ну или 760-му. Тут вопрос упирается в зарплату лишь. Ты на своем субарели Эво втапливаешь, как будто опаздываешь. Ну ты, парень, крут. Я же на Акуре залипаю, плавнейшего выруливаю. Меня подождут. Салон освежу каннабиноидами. Будь то европеоид или Honda Legenda в режиме автопилот. Да дай мне 10 Тойот Land Cruiser'ов. По-любой побью все рекорды по бильярду, собрав на дороге все лузы, йо. Музон грузит, тут вруби-ка радио. 20 на граммулю, остальное на бенз потратил.